Помоги мне найти моего Арвака. Нечего ему делать в этом месте. Арвак, мой конь. Мы пришли в это ужасное место вместе, но на нас напали, и я велел ему бежать. Я прошу тебя, он такой чудесный конь и так долго скакал. Постарайся спасти его. Такие места всех меняют. Арвак! Арвак, где ты? Арвак, пожалуйста, вернись! Вернись!
действительно ты? Не могу в это поверить. Как нам попасть внутрь? Нам нужно поговорить. Сирана, что ты здесь делаешь? Где твой отец? Он не знает, что мы здесь. Нет времени на объяснение. Значит, я не справилась. Харкон нашел способ расшифровать пророчество, так ведь? Нет, ты все не так поняла. Мы здесь, чтобы остановить его и навести порядок. Подожди, кто это с тобой? Ты совсем с ума сошла? Нет, не... Ты, подойди сюда. Я хочу с тобой поговорить. Скажи, как так получилось, что моя дочь путешествует в компании охотника на вампиров? Мне больно думать, что ты странствуешь с Сираной под видом ее защитника, лишь за тем, чтобы добраться до меня. Мне трудно поверить в благородство намерений того, кто убивает вампиров и считает это своим призванием. Сирана принесла огромную жертву, чтобы Харкон не смог завершить пророчество. Смею предположить, что это она тебе объяснила. Ты думаешь, я решилась бы запереть собственную дочь в гробнице лишь ради безопасности того древнего свитка? Свитки — лишь инструменты. Ключ к тирании солнца — сама Сирана. Когда я сбежала из замка Волки Хар, у меня было два древних свитка. Свиток, который был у Сираны, повествует об Ауриэле и его магическом луке. Во втором свитке говорится: «Кровь дочери Холодной Гавани ослепит глаз дракона». Как и я, Сирана когда-то была смертной. Мы были верными последовательницами лорда Молога Бала. Традиция требует, чтобы в день вызова Молога Бала ему были преподнесены женщины. Мало кто переживает церемонию, но уцелевшие превращаются в вампиров истинной крови. Мы называем их дочерями Холодной Гавани. Теперь ты понимаешь, почему я хотела защитить Сирану, и почему я держала второй свиток так далеко от нее, как могла. Для завершения тирании солнца Харкону нужно заполучить лук Ауриэля и отметить его кровью Сираны. С его точки зрения, ее гибель послужит благу всех вампиров. И как, прости, ты планируешь остановить его? У тебя еще меньше ума, чем я подозревала. Неужели ты думаешь, что я не рассматривала этот вариант, прежде чем начать действовать? Тебя не беспокоит ни Сирана, ни наша беда. Даже став вампиром, чтобы уцелеть в Каирне душ, ты останешься в глубине души охотником. Ты здесь лишь потому, что мы для тебя злобные чудовища, которых нужно уничтожить. Сирана? Незнакомец выступает на стороне тех, кто с радостью расправится с тобой, как с диким зверем. И я должна доверить тебя ему. Этот незнакомец, за то короткое время, что мы знакомы, сделал для меня больше, чем ты за многие века. Да как ты смеешь? Я отказалась от всего, что было мне дорого, чтобы защитить тебя от фанатика, которого ты называешь отцом. Да, он фанатик. Он изменился, но он все еще мой отец. Постарайся понять, что я чувствую. Сирана, когда же ты, наконец, раскроешь глаза? Когда твой отец узнает о твоей роли в пророчестве, что ему нужна твоя кровь, ты окажешься в огромной опасности. И чтобы защитить, ты решила оградить меня от всего, что я любила? Ты никогда не спрашивала, хочу ли я, чтобы меня заперли в гробнице. Ты считала, что я должна слепо следовать за тобой. Вы оба были одержимы, каждый по-своему. Твоя мотивация, возможно, была иной, но в конечном итоге я и для тебя просто пешка. Я хочу, чтобы мы снова стали семьей. Но я не знаю, суждено ли этому случиться. Возможно, мы не заслужили такого счастья. Возможно, это не для нас. Но мы должны остановить его прежде, чем он зайдет слишком далеко. А для этого нужен древний свиток. Прости, Сирана. Я не знала. Не понимала. Я слишком долго позволяла ненависти к твоему отцу держать нас на расстоянии. Прости меня. Если тебе нужен древний свиток, забирай его.
Я пока не могу разобраться в твоих намерениях, но во благо Сирана я помогу тебе, чем смогу. Да, с тех пор, как я оказалась в заточении, я храню его. К счастью, у тебя есть шанс уничтожить барьер, который окружает эти руины. Нужно найти самые высокие каменные шпили из тех, что окружают эти руины. В их основаниях устройство для подпитки барьера энергией. Ее забирают у несчастных душ, которые здесь обитают. Уничтожь смотрителей шпилей, и ты уничтожишь барьер. Еще одно предупреждение. В Каирне обитает дракон по имени Дюрнивир. Остерегайтесь его. Идеальные повелители поставили его следить за смотрителями. И он, несомненно, вмешается, если сочтет тебя угрозой. Будьте осторожнее и береги мою дочь. Thank you.
Смотрителей и вернемся к темнице. Откуда?
удалось уничтожить всех трех смотрителей? Впечатляет. Да. Прошу, следуйте за мной. Остерегайтесь Дюрневира. Он, несомненно, захочет выяснить, почему исчез барьер. Чем скорее мы отсюда уберемся, тем лучше. Я что-то слышу. Что там? А ты еще? Она ведет нас к свет. Прости мое изумление, но я не думала, что увижу, как погибает этот. О Дюрневире написаны целые книги, в которых говорится, что его нельзя убить обычным способом. Значит, они ошибались. Разве что... Душа дракона не менее прочна, чем его чешуйчатая шкура. Возможно, твой смертельный удар лишь временно лишил Дюрневира физической формы, пока он снова не обретет воплощение. Минуты, часы, годы, даже предположить не могу. Но думаю, что не стоит ждать этого момента прямо здесь. Осталось отдать вам древний свиток, и вы сможете продолжить путь. Она ведет нас к свитку. Тебе нужно. Вот так. Это последний свиток. Пошли, отнесем его Диксиону. Я рада, что ты со мной. Не думаю, что я справилась бы одна. Thank you.
Теперь древний свиток у вас. Пора вам идти. Если вам что-то от меня нужно перед уходом, дайте мне знать. Значит, моя дочь воспользовалась моими уроками некромантии, так ведь? Не волнуйся. Думаю, я могу тебе помочь. Частичка твоей души перенесена в камень. Когда вы с Сираной вошли в Каир, идеальные повелители получили свою плату. Тебе нужно всего лишь раздобыть этот камень. Когда ты его коснешься, твоя душа вновь обретет целостность. Не так уж далеко отсюда есть алтарь для подношений. Я почти уверена, что ты найдешь свой камень там. Что-нибудь еще нужно? Другого раза может не быть. У меня нет выбора. Как я уже говорила, я дочь Холодной Гавани. Если я вернусь в Тамриэль, это повысит шансы Харкона на реализацию плана по прекращению тирании Солнца. Ценю твою заботу, но меня волнует только судьба Сираны. Береги ее, как зеницу ока. Помни, Харкону доверять нельзя. Что бы он ни обещал, он обманет вас, чтобы получить желаемое. И обещай, что присмотришь за моей дочерью. Она — все, что у меня осталось. Держи оружие. Я хочу говорить с тобой, Кванарь. Проклят, но не мертв. Обречен вечно существовать в этом облике. Пойман между Лас и Динок. Жизнью и смертью. Я знаю, между славными воителями есть кодекс чести. И думаю, что могу доверить мои слова твоим ушам. Мои когти рвали плоть врага несчетное число раз. Но никогда я не терпел поражения на поле брани. Потому я нарек тебя почетным именем Кванарин. Или покоритель на твоем языке. Эти слова — большая честь. После нашей битвы, Кванарин, у меня возникло желание говорить с тобой. Я просто хочу со всем почтением попросить тебя сделать мне одолжение. Я провел в Каирне душ бесчисленные годы, обреченный служить идеальным повелителем. Но до того я парил в небесах Тамриэля. Я желаю вернуться туда. Боюсь, время, проведенное здесь, оставило неизгладимый след. Нерушимые узы связали меня с этим жутким местом. Если я покину Каирн душ, сила моя начнет таять капля за каплей, и в конце концов меня не станет вовсе. Я доверю тебе свое имя и дам право вызывать меня, когда ты будешь в Тамриэле. Покажи мне эту честь, и я буду сражаться на твоей стороне, как твой Грозий-Мазин, союзник в бою, и научу тебя своему Туум. Для тебя это может ничего не значить, для меня же это очень важно. Я не требую ответа, Кванарин. Просто обрати взор к небесам и назови мое имя, когда сочтешь, что пришло время.
чувствую. Он верный конь. Я научу тебя, как подзывать его. Он станет тебе верным другом в этой несчастной дыре. Но бьюсь об заклад, он будет куда счастливее там, где больше солнца. Прощай. Береги моего Арвака. Добрый конь это заслужил. Еще откуда?
Смотрите, кто у нас тут. Плоть на костях. Скажем так, продал кое-что одному типу, который, как оказалось, вожжается с некромантами. Но откуда во имя Зенитара было мне знать, что ингредиенты фальшивые? Я что, похож на того, кто будет вредить некроманту? Точно. Лошадь, телега и все. Шлепнулся сюда, даже пикнуть не успел. Я ведь был одним из лучших торговцев в Хайроке, знаешь ли. Люди шли издалека и искали меня только, чтобы посмотреть, что у меня есть на продажу. Очень смешно. И чем, интересно, ты мне будешь платить? Погляди вокруг. Золотом ты себе здесь друзей не купишь. Вот что я тебе скажу. Я ценю то, что ты пытаешься сделать. Так что я тебе подыграю. Единственное, что здесь в изобилии водится, это стручки душ. Знаешь, мерзкие такие штуки, вроде грибов, растут прямо из земли. Принеси мне, скажем, 25 стручков, и можешь порыться в том, что осталось у меня в загашнике. Разные штуки, которые я собираю уже много лет. Ну, точнее, собирал, пока эта ерунда со мной не приключилась. Скажи мне, что ты ищешь, и, может, договоримся, если у тебя есть стручки. Ага, вот, держи. Я там ни слова не понимаю. Может, хоть тебе пригодится. Я рада, что мы нашли свиток, но хотела бы я, чтобы она могла пойти с нами. Ну что, есть у тебя стручки душ? Ну, у меня столько дел, даже не знаю. Ты что, издеваешься? А, вот, держи. Я там ни слова не понимаю. Может, хоть тебе пригодится. Чем быстрее свиток окажется дома, тем быстрее мы разберемся с отцом. Чем быстрее свиток окажется... дома, тем быстрее мы разберемся с отцом.
нашли свиток, но хотела бы я, чтобы она могла пойти с нами. Надеюсь, твои странствия увенчались успехом. Мне очень жаль, друг мой, но я ничем больше не могу помочь. Это моя вина. Я так спешил прочесть первый свиток, что пренебрег правилами предосторожности. Я думал, что мне это не повредит, но ошибся. И теперь расплачиваюсь за это. Ослеп? Да, боюсь, что так. Нет, все должно идти своим чередом. И есть вероятность, что я уже никогда не оправлюсь. Нет, есть и другой путь. Вопрос в том, чем ты можешь рискнуть, чтобы найти лук Ауриэля. Я не могу гарантировать, что это тебе не повредит. Слепота станет самой малой из твоих забот. По всему Тамриэлю разбросаны уединенные поляны предков. Есть одна и в Скайриме, в сосновом бору. Если провести на поляне ритуал мотылька предка, можно получить ответы, которые вы ищете. Нужно будет осторожно снять кору с поющего дерева, что в свою очередь привлечет к вам мотыльков предков. Когда мотыльков соберется достаточно, они откроют вам второе зрение, необходимое для чтения свитков. По традиции на поляне предков вам также понадобится особый инструмент, называемый нож-скобель. Всех жрецов мотылька обучают этому ритуалу, но немногим выпадает шанс провести его. Можете считать, что вам повезло, если у вас получится. Как я понял из видения, древний свиток, который предрекает вызов богам кровью смертных, ключевой для пророчества. Удачи тебе! Надеюсь, ты найдешь желанные ответы. Вот что я тебе скажу. Когда Изран нашел меня через столько лет, это был шок. Но услышать, что он просит моей помощи, это был еще больший шок. Я сразу понял, дела хуже некуда. Похоже, я не ошибся.
Ладно. Надеюсь, мы скоро доберемся до поляны предков. Мил, если идешь на войну, лучше быть готовым ко всему. Вот, возьми. Работа по металлу – дело непростое. Давай я покажу тебе пару приемов. У Израна был потрясающий запас оружия и брони. Погляди. Вот все, что у меня сейчас есть. Сражайся храбро, дружище. Могу ли я что-то для тебя сделать? Ну, куда едем? Может, еще свидимся. Какой странный город. Он такой открытый. У нас заканчивается вода. Вскоре придется пополнить запас. Мы держим наш путь вдоль множества быстрых рек. Там мы наполним наши мехи. Наполним, если лед не сковал воду. Добро пожаловать! Если я не могу тебе помочь, уверен, ты найдешь нужное в каком-нибудь другом моем караване. Погляди. Моя повозка. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливаем. Отличная погода для поездки. Надеюсь, она продержится.
Ну что ж, кузнец предлагает награду за пса, которого он вчера видел на дороге. Я надеялся, что тебе он попадался. Ну, буду продолжать искать. А ты смотри без глупостей, чужак. Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. Привет тебе, брат. У тебя усталый вид. Если хочешь, я помогу тебе расслабиться. Лучше скума, самый сладкий лунный сахар. И по лучшей цене, конечно. А, так у нас тут крыс. Ну, я же не могу отпустить тебя к стражникам, правда? А ты еще откуда? Thank you.
Если это путешествие обернется потерей времени, мне придется поговорить по душам с Диксионом, когда мы вернемся. Смотри кругом. Мы первые посетители за много столетий. Как тут красиво. Думаю, в Скайриме не найдется место прекраснее. Будем надеяться, Диксион не ошибся, и мотыльки обожают эту кору. Посмотри на них. Ты им определенно нравишься. Либо мне кажется, либо ты начинаешь мерцать. Возможно, это то, чего мы ждали. Вернемся и посмотрим, удастся ли нам прочитать свитки. Ты в порядке? На тебе лица не было. Мне на секунду показалось, что я тебя потеряла. Я никогда не доверяла этим свиткам. Кто знает, что эти штуки могли с тобой сделать? Посмотри только на Диксиона. Что насчет Лука Ауреля? Ты знаешь, где нам его искать? Тогда развязка близка. Мы положим конец этому дурацкому пророчеству. Где эта вечерняя пещера? Тогда вперед! Нужно попасть туда прежде, чем отец нападет на наш след.